конечно, чемпионат мира на виду. Это большой сабит. Как раз я из Бразилии, у нас недавно тоже проходил. Поэтому я надеюсь, что привлекать люди к футболу, чтобы вы болели за вашей стране. И, естественно, надо болеть за свою команду, футбольный клуб Уфа, который растет потихонечку. И надеюсь, что вы приезжаете к нам на стадион. И покажем вам хорошую, красивую игру, чтобы все были довольны. И естественно, что будем стараться показать максимальный результат, чтобы все были рады за вашу команду, за вашу республику. Ну, уже тренируюсь с командой без ограничений, стараюсь работать в полную силу. А там тренерам виднее, как это у меня получается или нет. Так плечо уже не беспокоит. Немного надо перебороть психологический страх, падать на руку. Но я думаю, это пройдет. Давай, не буду говорить, но 100%, но 50-50. Буду болеть за сборную Бразилии, за сборную России, конечно. Ну, поехать, я думаю, вряд ли получится, но буду болеть, естественно, за Россию. Кстати, в моем городе, в Калуге, будет тренировочная база команды Сенегала. Вот, может, получится приехать посмотреть, как они тренируются. Также хочется отметить игру Германии, которая мне нравится. Надеюсь, Мануэль Нойер восстановится, и я буду болеть за него. Ну, как всегда, да, очень сильно появлен на квалификации за чемпионат мира сборная Бразилия, естественно, сборная Германии, сборная Испания. Это команда, которая они всегда боролись за титул, чтобы выиграли. И, естественно, там, мне кажется, что французы сборная тоже неплохая. Но ты понимаешь, чемпионат мира – это общая отдельная история. И нельзя называть фаворитом. Единственное, что я не хочу, чтобы Аргентина выиграла, остальное у меня все не принципиально. Ну, хотелось бы, вот, чтобы Германия вышла в финал. И также мне очень нравится Испания с Англией. Тут я не знаю, что выбрать, но, наверное, буду за Испанию, потому что там Де Хея вратарь. Вот. Продукцию технического спонсора футбольного клуба Уфа испанского бренда Джома можно приобрести в экипировочном центре клуба по адресу Уфа, 50-летие октября, 28.